Здравствуйте, друзья! Сегодня пикирую капусту, такую, как лебедушка, пудовая и мегатон. Вот, когда уже почти всю распикировала, я решила вам показать. Сильно мне нравится ее корневая. Прямо удивительная капуста. И хорошо, хорошая корневая, вот так вот, вот такая вот прямо, вот посмотрите. Такая мощная корневая. Прямо мне вот приходится вот таким фломастером делать дырочки, чтобы они хотя бы получились такие поглубже, чтобы можно было поместить такую корневую систему. Вот, знаете, не знаю, как другая потом будет капуста. Так я вот сейчас лебедушку даже пикировала пудовую или пудовую, а она у нее хорошая корневая, но не такая. Но вот как растет мегатон в рассаде, удивительная капуста, не перетягивается, не такая корневая мощная. И вы знаете, и вилки-то у нее такие большие, просто огромные. Посадишь 10, если капустин рассаден, и 10 больших вилков вырастет. У нее даже смысла нету этой мегатону капусты покупать лишнюю рассаду и много. Ее достаточно вот купить 10 штук и точно насолишь капусты и намаринуешь все, что нужно. Вот я думаю, что она выгодная. Вчера ее вообще продают по 20 рублей за штучку. Я сама видела, женщина. Одного дедушку видела, по 12 продавал. Я же пробуду продавать всю в круговую по 10. Почему? Потому что июньская и слава, они, конечно, семян у них там много, и они дешевле стоят, их можно и по 8 свободно было продавать. Но у меня, мне легче вот так в круговую продавать подороже всю, всю по 10 рублей и славу июньскую, и мегатон, лебедушку, которая очень-очень дорогая капуста. Просто золотые семена. Вот я хотела вам похвалить такую капусту, как мегатон. До свидания. С вами была Наталья Гелизудинова.